Добрый вечер, в эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Жукаев. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тембезов встретился со школьниками, результат которых на последнем едином госэкзамене составил около 100 баллов. Диалог руководителя региона с молодежью республики прошел в формате «Вопрос-ответ» и получился весьма интересным. Подробности в репортаже Артура Мхце. До встречи с руководителем региона считанные минуты. Выпускники и их наставники в волнительном ожидании. На последнем едином госэкзамене эти ребята набрали как минимум 100 баллов. Глава Карачаево-Черкесии отметил высокое качество итоговой аттестации, поздравил юношей и девушек с успешными результатами. Я считаю, что система образования республики, наше муниципальное образование, правительство Карачаево-Черкесии и в первую очередь, конечно же, это наши педагоги постарались сделать все для того, чтобы единый государственный экзамен прошел по всем тем требованиям, которые прописаны во всех регламента. Понимаю, как переживали ваши родители. И вы большие молодцы, то, что сделали все для того, чтобы вами гордились ваши родители, ваши учителя, ну и, конечно же, в целом наша республика. Поздравил выпускников Карачаево-Черкесии и руководитель Федерального министерства просвещения Сергей Кравцов, который по телефону дал высокую оценку проводимой в регионе работе в сфере образования и пожелал уже бывшим школьникам не останавливаться на достигнутом. Ваши учителя им огромное слово благодарны. Спасибо. Сегодня мы все делаем для того, чтобы у вас все получилось. Ваша работа идет открытыми республиканскими деньгами. Карачаево-Черкесии строятся новые школы, детские сады, развивается дополнительное образование. И очень большое внимание в целом уделяется вашему развитию. Отсюда такие результаты. Спасибо. Я вам желаю удачи, успехов и всегда идти вперед. Молодые люди и их учителя получили от главы республики ответы на многочисленные интересовавшие их вопросы, а также приятные сувениры. Далее фото на память и пожелания сторон, чтобы озвученные на встрече планы удалось реализовать. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Состоялось юбилейное заседание Карачаево-Черкесского объединения организаций профсоюзов. Проанализировали трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений за прошлый год, рассмотрели исполнение сметы профбюджета, а также вручили награды самым активным деятельным профсоюзным лидерам. Раиса Айбазова, председатель Республиканского объединения организаций профсоюзов, поздравила присутствующих со столетием профсоюзов республики и отметила, что это движение все годы шло к понамеченному курсу. Набиралась опыта, вырабатывала новые подходы к развитию профобъединения. От имени главы Карачаево-Черкесской республики поприветствовать, поздравить с мероприятием, с праздником, со столетием и зачитать приветственный адрес главы Карачаево-Черкесской республики. Дорогие друзья, искренне благодарю за принципиальную позицию и настойчивость в достижении поставленных целей. Вы всегда оставались верны принципам солидарности, единства и справедливости. Поздравляю с праздником. Желаю успехов в вашей и нужной профсоюзной деятельности. Профсоюзы. 230 тысяч цветов высажены в Черкесске в нынешнем году в рамках благоустройства региональной столицы, чтобы город и дальше выглядел красивым, ярким и цветущим. За палисадниками в нескольких микрорайонах еженедельно присматривают сотрудники парка культуры и отдыха «Зеленый остров». За работой озеленителей наблюдал и наш корреспондент. Смотрите подробности. Для Елены Гуковой и ее коллег теплое время года – это всегда приятные хлопоты. Сотрудницам парка «Зеленый остров» нравится ухаживать за цветами. С прошлого года под их присмотром находится и площадь Петрусевича. И теперь это место жители окрестных домов другим себе даже не представляют. Это Петрусевича у нас, потом «Зеленый остров». И стела, когда на въезде в Пятигорска, там тоже посадили и розы, и такие тоже цветочки, и все это ухаживаем. За разными цветами, наверное, по-разному надо ухаживать? Да нет, в принципе, им что надо? Им надо поливы вовремя это, обрезать, розы обрезать вовремя, чтобы в шиповник не превратились. Эти тоже надо снимать, вот эти соцветия, чтобы они потом опять цвели, эти сальвию. Ну вот вы ухаживаете. Все ли люди бережно относятся к тому, что для них делается? Нет.
Раскинутые здесь коммуникации и капельный полив позволяют полноценно ухаживать за каждым высаженным растением. Бережная прополка, в случае необходимости подсыпка земли. Труд кропотливый, с которым справиться смогут далеко не все. А значит, от этих дам во многом зависит облик региональной столицы. Посадили мы Петрусевич второй год, наверное, обрабатываем мы его. Когда здесь ничего не было, было пустырь. Посадили вот туечки наши. И золотистые, и обычные шарики. Посадили мы коники, посадили мы елочки. Поставили немножко лавочек, хотя нам просят побольше лавочек. Люди приходят, отдыхают, им очень нравится. Все нас благодарят за это. Ну, мы уже этим занимаемся второй год, этой посадкой. Значит, на сегодняшний день мы окончили посадку самую полностью, которая должна была посадиться. Это цветочная рассада наша, полив наш глобальный. Вот. На сегодняшний день мы уже приступили к прополке. Она, кстати, ведется вручную у нас. В нынешнем году в региональной столице уже высажены 230 тысяч разных видов цветов. И работа по дальнейшему озеленению не прекращается. Как говорят сотрудники парка, присмотр за всеми растениями схож. Главное, чтобы горожане и гости Черкесска ценили то, что для них делается. С последним иногда возникают проблемы. Кто-то выкапывает цветы, другие их топчут. Представители обслуживающей организации надеются, что им все же удастся приучить людей относиться к создаваемой красоте бережно. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днем 27-32 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесске ночью без существенных осадков, во второй половине дня кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный 6-11, температура ночью 14-16, днем 30-32 градусов тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. С 18 июня в Кисловодском цирке. Спектакль «Клоун» 2-96-58. Категория 0+. Народный артист России Юрий Куклачев и его потрясающие кошки. 17 июля. Черкесск. Зеленый остров. Амфитеатр. Билеты в кассе и на сайте biletik.pro. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ВСКФУ и собираюсь стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Зовут меня Злыднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Как прожить более полувека вместе в любви и верности? В преддверии Дня семьи поздравили супругов Гоговых из Черкесска. В гостях побывала и наша съемочная группа. Альбина Курачинова-Кенжева продолжит тему. В 71-м году Мухарби и Хажар создали семью, воспитали двоих детей и сейчас уже радуются пятерым внукам, помогают им и посвящают свое время и любовь ребятам. По инициативе Мусы Икзекова в республике учрежден знак отличия «Образцовая семья» тем, кто прожил в браке 50 и более лет. Одни из первых, кто получил знак, это семья Гоговых из Черкесска. Познакомился вот с этой Катериной, которая рядом сидит, в 71-м году. Создали мы образцовую семью. И вот 50 лет совместной жизни. Живем вместе. А так мы жили, как сказать, дружной семьей. Мухарби Давлетович расстраивается, глядя на молодежь. Говорит, они неохотно относятся к созданию семьи. Их нужно подгонять. И родителям в этом плане нужно быть настойчивее. И вот какой совет дал мудрый мужчина 80 лет. Мухаммед говорит, женись, ну что это такое? Подождите. Ну вот, он никогда не оговаривается, но потом. Я ему потом сказал, я ему говорю, месяц, я ему срок. Месяц. Если ты позже 11 придешь, я лом поставил там на углу,
И сижу, сижу, он через ворота. Один раз сделал, я говорю, все, перепоследний. И вот, буквально через полтора месяца женился. Супруга Хажар Мухамедовна тоже дала бесценный совет молодым девушкам. Говорит, нужно следовать за мужем, поймать одну волну, найти баланс, помогать и быть рядом в радости и горе. Ссоры нужно гасить на месте и не раздувать пожары. Спасибо вам, кто сегодня приехали к нам. Спасибо большое. Столько внимания нам уделили, конечно. И он, что мне приятно, он всегда говорит. Я бы заново, если бы начинал бы жизнь, говорит, все так же, говорит, и начал бы, и жил бы, говорит. Мы довольны. Альбина Курачинова, Кенджи Ванжела, Джибекова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево, Черкесия. В центре Черкесска перед ГТРК Карачаево-Черкесия стартовала акция по борьбе с карантинным растением «Стоп амброзия». Уничтожать опасный сорняк будут по всему городу с корнем. О том, как проходит охота на амброзию, подробнее в репортаже Харчи Биджиева. Амброзия опасная для здоровья людей и растений. Ее пыльца является причиной возникновения многих аллергических заболеваний. Воспаление глаз и носа – это только первые признаки, и они могут вызвать более тяжелые последствия, такие как повышение температуры, бронхиальная астма, ринит, конъюнктивит. В Черкесске стартовала акция по сбору вредоносного растения, в которой участвуют от мала до велика. За ликвидацию амброзии предусмотрено вознаграждение. В период акции во всех территориальных службах работают специальные пункты по приему корешков на Первомайской, возле главпочтампа Гутякулова 2, Дворец культуры, Даватора, лицей номер 15. Само растение должно быть не менее 15 сантиметров с корнем, соответственно. Вот. Цена один корешок 30 копеек. Принимаем связками по 100 штук, ну, для упрощения подсчета. Соответственно, да, гербицидная обработка, ну, химическая прополка, мы это так называем. Мы химически обрабатываем амброзию, то есть, ну, уничтожаем. По всему городу, да. Даже в черте города, но в черте города стараемся это сделать в раннее время суток. Есть и постоянные участники, которые хотят принести пользу людям, страдающим аллергией. Также к акции присоединяются и те, кто не в ладах с вредным сорняком. В завершении акции наградят тех, кто собрал большее количество амброзии. Уже несколько лет подряд непобедимыми призерами становятся юные тимуровцы Руслан Хамитов и Сергей Кречетов. Бабушка аллергик, вот поэтому и занялся. Занимаюсь этим 4 года, где-то так. Прошлые года вот, были призовые тоже. Так как у нас очень много по городу амброзии и очень много у нас больных аллергия, у которых людей на нее, то, в принципе, этим мы помогаем всем аллергикам, собирая амброзию, и где мы ее собираем, там она больше уже не произрастает. Одно растение после цветения способно выбросить до 40 тысяч семян. Поэтому уничтожение растения, аллергена – дело каждого гражданина. Но самый эффективный способ избавления от сорняка – ручной метод сбора. Скашивание растения, наоборот, приводит к еще большему его распространению. Харча Биджиев, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Министерство туризма и курортов Карачаево-Черкесии объявляет конкурс на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. Ранее республика вошла в число регионов-победителей первого этапа всероссийского конкурса на грантовую поддержку. Всего туристической отрасли Карачаево-Черкесии правительством России выделено более 345 миллионов рублей. Предоставление грантов осуществляется по трем направлениям. Заявки принимаются от юридических и индивидуальных предпринимателей до 19 июля включительно. Все меры поддержки, хочу отметить, включают в себя такие решения, как поддержка инклюзивного туризма. То есть в каждой категории направления можно претендовать и получать поддержку для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли путешествовать более комфортно. Вот. Цель данного мероприятия – увеличить, улучшить качество предоставляемых туристских услуг на территории. То есть мы... Если касается оборудования, это значит обновление оборудования, приобретение нового оборудования, там, модуль некапитальных средств размещения. Это у нас требования, чтобы они были качественными.
вот, и так далее. Поэтому общая цель – это вот на развитие инфраструктуры туризма и улучшение качества предоставляемых туристских услуг. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым».